Привет, друзья и гости моего канала! Сегодня я приготовила вот такой вот замечательный салатик. Очень вкусный. И хочу поделиться с вами рецептом его приготовления. Я взяла вот таких вот два авокадо спелых. Красную рыбку. Мне также понадобилась рукола. Огурец, с которого я сняла шкурочку, так как она была жесткая, и потерла на терочке, на крупной терке. Прежде всего мы вынимаем мякоть из авокадо. Будем перебивать ее в блендере. Сюда же мы будем добавлять огурчик. Перемешаем все. До однородности. И на тарелочку ставлю форму. И вставляю по середочке такой вот широкенький стаканчик. Форма у меня 16 сантиметров в диаметре. Я положила один ряд этой зеленой массы авокадо и огурца. И теперь буду нарезать кубиками красную рыбку. Небольшими вот такими вот кубиками. Можно не кубиками, очень маленькими такими кусочками. Это приблизительно по 1 сантиметру. Рыбку я выкладываю вторым слоем на авокадо, на зеленую часть салата. Выкладываю не все, немножечко оставлю для верхнего слоя, для украшения. И снова вкладываем слоем зеленым авокадо и огурчика. Выкладываем всю массу равномерно. И теперь будем вытаскивать стаканчик. Рыбкой. И листочками руколы. Вот так я его украсила. И что самое главное, что этот салатик со стола праздничного ушел буквально минут за 10. Его размели и просили добавки.
Но у меня была одна тарелочка этого салата. Вот такая вкусняшка. Красивая, необычная, вкусненькая. Я всем советую приготовить. Кому понравилось, ставьте лайки. Кому не понравилось, ставьте дизлайки. Но не оставайтесь равнодушными. А если вы приготовите такой салат, вы не пожалеете. У него вкус такой необычный, не приевшийся нашей салаты, а оригинальный, пикантный и необычный вкус. Попробуйте. Всем пока-пока. До новых встреч, до новых видео. Жду вас на своем канале снова. Пока.